Доброе утро, друзья мои. Вот такие вот обстоятельства, да. Но, как говорится, я не знаю, как, конечно, это рассматривать. Но вот это со мной то же самое, что и в Москве. И, как говорится, ладно, насчет этого не будем. Эту ночь я, в общем, спал один в комнате. Совершеннейший комфорт. И почему-то, как ни странно, выспался я хуже, потому что когда со мной спала хозяйка, ну, в одной комнате, в смысле, в одну, хозяйка коттеджа всего, то, ну, она легла уже в 11:30, я был вынужден лечь в 11:30, и в итоге я выспался. Тут я был предоставлен сам себе, лег, как обычно, в 2, там, я не знаю. А здесь все встают рано, начинается грохот и так далее и тому подобное. Ну вот я в итоге бегаю по берегу, как какой-то этот самый тушканчик, которого палкой ударили по башке, ничего не соображающий. Ладно, в общем, желаю хорошего дня и... Все, как говорится, в силе. Мне написали там про то, чтобы я какие-то эффекты накладывал на свое видео Майнкрафт. Там вот написали про ускорение. Ускорение — это хороший эффект. Я даже как-то про него никогда не думал. Его и в кино используют. Но в блогерстве у меня совершенно нет настроения это все использовать. Я считаю, что это вообще все не нужно. Нужно, но не это. Ладно, давай, все, хорошего дня.